Ага, я нашел, похоже, что-то. Чего? Что-то было. Что за бред? Так, ладно, попробуем с другой стороны. Если такой дичь бы смотрела, психованным бы вышел. Опять двойка. Upset, это кто? Гемой. Тут-то чё и кто работал здесь? Брюс всемогущий? Решил записать все, что он думает? Это же мысли. Не мыслящего человека. Просто наклеил на комнату стикеры. Ту-ту-ту. Ну это успокаивает хотя бы. Блин, это же ты пел, по-моему, прям. Ты записал трек этот? Ни хрена себе ты. Все-таки поддался моему совету, да? Ушел из уборщиков певцы. Ой, молодец какой. Как хорошо. Нет. Не, пока. Я не выживу, пацаны. Не, вообще никак. Вот. Все, я пошел. Пошла или падаю потихоньку. Не знаю, как долго еще смогу вам кричать, но походу это конец. Я уже ничего не вижу. Все, пиздец. Ничего не видно. Стало видно вдруг резко. Скорее всего, я сдох. Вовремя музычка-то. Разгрузим мозг. Ни хрена себе. О боже. Чего-чего, этого я никак не ожидал увидеть здесь. Хорошо получилось. Может, ты сдохнешь? Че? Кто это был, да? Чувак, давай. Давай. О, кто? О, чувак. О. Не. Сдох. Это просто без наушников. С наушниками ты бы не сдох. Матерь Божья, что это вообще? Это фламинго. И что с ним? Он опасный? Фламинго? Фламинго? That's got to be an altered item. Так нечестно. Нечестно. Откуда там дыры появились? Ну, сучка. Блоха гигантская. Ну, червь нитяной. С ума сойти, обалдеть.
sounded like flamingos. Too pink. Я их и ненавижу. Фламинго, блин. Рядом с телевизорами. Ничего себе, он разборчивый. Типа там не будут прорастать, а рядом с телеками будут. Видимо, там Дом 2 идет. И он превращается в плесень автоматически. Вот это теория. То есть какой-то чувак сидел около телевизора и постепенно превращался в плесень. Вот она, вот. Вот. А потом всякие исы появляются, да? Ну! Два в одном. Сегодня у нас опытом. Что? Так можно было? Дай! Заколебали эти тексты. Хотите бояться текста на экране? Покупайте Control. Она вас научит этому. Где-то херня круглая. Фу. Добро пожаловать. Блин, я знаю как. Но это жестко. Нет, я не знаю как. Молот? Тор, ты забыл здесь молот, ты где? Протяни руку, вызвали его отсюда. Ну или не надо, иначе он разнесет все. Можно? Нет, не рабочий, только один рабочий. Скотина. Напугал. Я не знаю, что по этому поводу думать. То ли ты мне комплимент сделал, то ли оскорбила. Пошли. Хороший мальчик. Девочка. Не урон неплохо наносит. Прям в камеру. Я эту штуку одолел. И даже ничуть не вспотел. О боже, задеть уголочек. И всем привет и спасибо за просмотр. И как мне показалось, эта игра довольно сложна для данного формата, поэтому ролик не такой уж и большой. Ну, а я пойду играть в Сталкер. Да, и в него еще никогда не играл. Точнее, играл, но не проходил. Играл очень мало. Всем пока и хорошего времени провождения. Aini Anna.